Друзья, многим новичкам не совсем понятно, где правильно останавливаться вблизи пешеходного перехода. Про эти самые 5 метров, где они важны, а где нет, сейчас вам все наглядно покажу. Вот этот серебристый автомобиль Nissan, он ничего не нарушает, потому что заехал за пешеходный переход, и он может остановиться хоть сразу. Ему не обязательно выдерживать 5 метров. А вот красный автомобиль является нарушителем, потому что его расстояние меньше 5 метров до пешеходного перехода, и он стоит именно до пешеходного перехода. Поэтому людям, которые будут переходить, не видно машины, которые едут с того направления, а водители могут не увидеть пешехода. Вот такая простая история.